6 учреждений образования на одно призовое место. Так напряженно шла борьба между участниками за победу в конкурсе к столетию образования прокуратуры Брестской области. 5 номинаций, суть которых в профилактике таких явлений, как вредные привычки, семейное неблагополучие и противоправное поведение среди несовершеннолетних, гибель и травматизм детей от внешних причин, а также в пропаганде здорового образа жизни и безопасного нахождения в сети интернет. Одной работы прокуратуры невозможно обеспечить законность, невозможно сделать то, чтобы у нас не было проблем с детьми. В этой своей работе мы стараемся привлекать иные субъекты профилактики, ну и, конечно же, стараемся работать с детьми. Вот сегодняшнее мероприятие, которое проводится, это как раз результат такой работы. В этом году у нас исполняется 100 лет со дня образования органов прокуратуры Республики Беларусь. И с учетом этого события прокуратуре было предложено провести вот такой вот конкурс. Самым активным участником конкурса стал город над Бугом, представив на суд жюри 17 проектов. Барановичи презентовали 11 работ, Ивацевичский район 7 и Ляховичский 6. Каждый из проектов необходимо было не только разработать, но и воплотить в жизнь, подключив как можно большее количество несовершеннолетних, их родителей, учителей и по возможности максимально осветить в средствах массовой информации. В течение 2020-2021 года в нашей школе реализовывался проект про безопасность или 112 правил безопасной жизни. На протяжении всего учебного года мы проводили ряд профилактических мероприятий, направленных именно на мотивацию наших учащихся на безопасность в социуме. Эта работа была довольно-таки интересная. Этот ролик был посвящен по борьбе с закладчиками. Мы осведомили молодых ребят, ну даже младшее поколение, которые могут быть младше нас, которым 13-14, или даже ребята старше, которым 18. Мы их хотели осведомить о том, что не стоит этого делать, поскольку ну, это реально очень плохие дела, когда ты расставляешь эти закладки, и в итоге тебя ловят, и что, твоя жизнь получается окончена. Так как проблема именно безопасности в сети интернет, в киберпространстве очень актуальна на данный момент, поэтому мы и решили взяться за это дело. Ну, ребята у нас активные. Вот, поэтому они откликнулись. При реализации проектов использовались интерактивные формы работы с несовершеннолетними, диалоговые площадки, тренинги и интеллектуальные игры. А результатами многих стали оформленные методические материалы. За свою действительно важную работу победители получили заслуженные дипломы, а также уникальные сувениры от прокуратуры Брестской области, выпущенные ограниченным тиражом. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук ТВ».